представляем нашу подборку худших футбольных кошмаров. На пятом месте ужасный финал чемпионата мира 1950 года в Бразилии. Никто не сомневался, что бразильская сборная станет триумфатором на стадионе Маракана. Однако соседний Уругвай, благодаря победному голу Гиджи, разбил эту мечту. В Бразилии до сих пор не могут это забыть. На четвертом месте кошмар, который пришлось пережить немцу Оливеру Кану. На чемпионате мира 2002 года он считался лучшим вратарем. Однако из-за его ошибки в финале победителем стала Бразилия. Лучшие тоже ошибаются. Эта мысль успокаивает, но только не Оливера Кана. Горькие поражения бывают не только у известных, но и у маленьких футбольных клубов, таких как немецкий Грунбах. Особенно если во всем виноват сильный ветер. На втором месте в рейтинге футбольных кошмаров эпизод с Роберто Баджо. Во время пенальти в финале чемпионата мира 1994 года у итальянца сдали нервы. Даже вратарь утешал соперника. Кубок Баджо в итоге увидел лишь мельком. Хуже уже не бывает? Бывает. Самая большая неудача произошла в истории мюнхенской Баварии. До 90-й минуты она вела, но все равно проиграла. Манчестер Юнайтед победил в финале Лиги чемпионов 1999 года. Это самый большой кошмар в истории футбола. Или мы что-то пропустили? –